Нежное мясо перепелок идеально сочетается с беконом. Такое запеченное блюдо можно подать даже на праздничный стол, гарнируя его томленными яблоками, айвой, сливами или картофельным пюре, макаронами. От этого красочного блюда просто невозможно оторвать взгляд. А каким вкусным оно получается, просто пальчики оближешь, особенно если бекон будет подкопченным. По желанию перепелов можно заранее замариновать в соевом соусе или майонезе. Перепел 2 штуки. Бекон 120 грамм, копченый. Айва 1 штука. Соль 3-4 щепоток. Перец черный молотый 2 щепотки. Вода горячая 50 мл. Количество порций 1-2. Подготовьте указанные ингредиенты. Бекон можно использовать свежий либо копченый, а вместо айвы – яблоко. Промойте перепелов в воде внутри и снаружи. Промойте айву от ворсистого слоя и насухо вытрите. Разрежьте пополам, удалите семенные блоки. Нарежьте мякоть айвы мелкими кубиками и нафаршируйте ею перепелов. Посолите и поперчите тушки. На коже между окорочком и туловищем сделайте надрезы и вставьте в них ножки перепелов крест-накрест. Обверните тушки беконом. Можно полностью обвернуть, можно только сверху. Выложите их в форму и влейте горячую воду. Разогрейте духовку до 220 градусов, накройте тушки фольгой, чтобы бекон не обгорел, и запеките их примерно 30 минут. Затем фольгу снимите и подрумяньте блюдо примерно 5-10 минут. Подайте перепелов в беконе к столу горячими на овощной или фруктовой подушке с зеленью.